Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Infinix Hot 20i. И сейчас я покажу вам, как добавить или удалить Google аккаунт на данном устройстве. Итак, для этого мы заходим в приложение настройки, после чего проходим в раздел пароли и аккаунты. Далее здесь у нас уже есть один аккаунт Google. Можем его... Я покажу сперва, как удалить Google аккаунт, потом покажу, как добавить. Нажимаем на вот этот вот наш добавленный аккаунт и нажимаем «Удалить аккаунт». Далее нажимаем «Удалить аккаунт» еще раз. Нажимаем «Ок». И подтверждаем наше действие либо отпечатком пальца, либо паролем. Вот таким образом мы удалили Google аккаунт. Теперь, чтобы его добавить, делаем все то же самое. Заходим в раздел «Пароли и аккаунты», нажимаем «Добавить аккаунт», выбираем Google. Далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Соглашаемся тут с политикой конфиденциальности, по-моему. Соглашаемся здесь тоже. И таким образом мы добавили Google аккаунт. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.